Правовая грамотность потребителей будет повышаться с помощью открытых приемов, лекций и очных консультаций. Кроме того, планируются совместные выезды с прокуратурой и другими надзорными ведомствами. Результаты проекта будут зависеть от активного участия в нем самих горожан. В администрации готовы предложить все возможные способы получения березняковцами нужной информации. Мы выходим и в интернет-пространство. В конце апреля на сайте «Бизнес-Березняки» будет разработана интерактивная платформа, на которой любой житель города Березняки сможет задать онлайн-вопрос и получить максимально короткие сроки на него ответ, не выходя из дома. Несмотря на то, что интернет-площадка на сайте «Бизнес-Березняки» заработает только в конце месяца, со своими вопросами можно обратиться лично по адресу Пятилетки, 51, или позвонить по телефону, указанному на экране.